Каждый год мы все с вами празднуем замечательный светлый праздник – Новый год. Символ чего-то нового, мистического. И с трепетом, так сказать, ожидаем начала Нового года, чего-то хорошего. А дальше, так сказать, у нас идет веселье, шум, огни, фейерверки, бой курантов, празднование, застолье, звон бокалов, танцы до утра и смех. Все друг другу желают нового года, нового счастья, всякие пожелания и так далее. Но никто не подумал, почему. Так что же мы все на самом деле с вами празднуем? Откуда этот Новый год вообще взялся? И почему и для чего все жители России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран мира в этот день просто с ума сходят, бушуют, веселятся, некоторые вовсе ведут себя как одержимые? Давайте я вам расскажу про кое-какую тайну. На самом деле я сам был немножко, так сказать, удивлен и даже немного шокирован. Начнем мы издалека. В лето 7208 года от сотворения мира в Звездном храме, или по новому стилю в 1700 году, Петр I вернулся из европейского посольства и издал указ об упразднении старого календаря, который существовал на Руси ни много ни мало, а как минимум 7208 лет, и ввел западноевропейский юлианский календарь. При этом он перенес начало календаря, или новолетия, как правильно по-нашему по-русски, со дня осеннего равноденствия на 1 января, или как сейчас принято называть января. Именно 1700 год Петр I выбрал как начальную дату нового летоисчисления. Добавлю, юлианский календарь – это такой календарь, разработанный группой александрийских астрономов. Календарь назван в честь Юлия Цезаря, по указу которого был введен в Римской империи с 1 января 1945 года до нашей эры. Год по юлианскому календарю начинается с 1 января, так как именно в этот день со 153 года до нашей эры избранные комициями консулы вступали в свою должность. Почему праздник был назван именно Новый год? Слово «год» происходит от старославянского «год» – «время». А вот слово «год» происходит уже от другого старославянского слова «годити», обозначающее удовлетворение или угождение. То есть изначально «год» подходил к определению «случай, подходящее время», а уже позже оно полностью стало обозначать время вообще. Существует мнение о том, что на самом деле Петр I якобы пошутил, введя празднование Нового года. После своей поездки по Европе Петр I, как оказалось, напрочь забыл родную речь. Из всей его свиты около 200 человек на родину вернулся только князь Меншиков, а вся остальная челядь состояла исключительно из иностранцев. Именно поэтому при дворе новоявленного Петра не говорили по-русски, а было принято и удобно говорить на своих родных языках – немецком и голландском. Во многих европейских языках слово «бог» звучит как «год», немецкое «год», английское «год». Получается, что в русскую речь слово «год» как название праздника было привнесено Петром I, как калька с немецкого, голландского, которых у них обозначался «бог». Люди, потеряв изначальный смысл, продолжают 1 января поздравлять друг друга с Новым годом, а не с новолетием, как это было раньше. Теперь разберемся, собственно, с елкой. Ель – символ чего является, собственно, ель? Считается, что наряжать елку – это старая русская традиция. На самом же деле новогодняя елка немецкого происхождения и появилась на русской земле сравнительно недавно. Обширные этнографические материалы разных народов подтверждают связь ели с миром мертвых. Согласно, например, верованиям сибирских татар, ель – копия мирового дерева и находится в Нижнем мире. Она возвышается пред дворцом Ирхле-хана.
В Петровскую эпоху основой для праздников стали традиции Запада. Поэтому как раз в 1700 году Петр и заменил русский календарь на юлианский и приказал праздновать Новый год, как в Европе, 1 января. А новогодним же деревом стала как раз ель. Такое новшество Петр I перенял у протестантской Германии, как я говорил ранее. Петр сурово и долго насаждал новую традицию – елку, а люди были долгое время против. Кстати, в старину возле домов также запрещали сажать елки. Во-первых, ель – очень темное дерево. Через густые темно-зеленые лапти ели не проходит свет. В еловые же леса люди попросту боялись ходить. Темно и страшно. А при Петре I ель сажали вдоль питейных заведений. Поэтому кабаки стали называть еще елками. Идти под елку, идти в кабак. Новогодние же елки, когда они были разрешены, стояли в кабаках целый год. Отсюда и выражение «елки-палки». Теперь поговорим и о Деде Морозе. Что с ним-то не так? Поначалу Дед Мороз был мифологическим персонажем древних славян, несущим лютую стужу и убивающим все на своем пути, все живое. Еще в поэме Некрасова «Мороз, красный нос» он представлен злым. Согласитесь, сходство с добрым новогодним дедушкой, приносящим прослушным детишкам подарки, маловато, правда? И только уже во второй половине 19 века происходило постепенное перевоплощение злого старика в добродушного дедушку. Кстати, и термина «Дед Мороз» не существовало еще 150 лет назад, поскольку основной задачей рождественского старика было доставлять детям елку, его так и прозвали «Елкич». И только в 1910-х годах Дед Мороз наконец обрел свое современное имя. Примерно в то же время Дед Мороз и, так сказать, переоделся. На смену старому армяку и палке пришла роскошная красная шуба и посох. Кстати, многие хорошо нам известные образы и традиции были придуманы искусственно и сравнительно недавно, в основном не возникая на пустом месте, а легко модифицируя уже известные древние образы, известные нашим предкам уже многие тысячи лет. Сейчас же Новый год – добрый, позитивный праздник. Новый год приносит детишкам подарки, все мы сидим, празднуем Новый год, общаемся, проводим весело время. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть у вас все будет замечательно, всегда будет хорошее настроение. И к вам приходит Дед Мороз современный, добрый и хороший, а не тот, который был раньше. Страшный такой, несущий стужу. В общем, всех, друзья, с Новым годом. А у меня на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал BizarWorld. Пишите ваши комментарии и увидимся в следующем видео на канале BizarWorld уже в следующем году. Пока-пока, друзья!